Происходило это на Украине в 30-х годах прошлого столетия. Обездоленное крестьянство с глухим ропотом влачило свое существование под панским ярмом. Но свободный дух народа тлел под пеплом неволи. Песня воли в дни лихолетия звучала чарующим аккордом в сердцах людей. Звала их туда, где еще не слышно было звона кандалов, в который люди заковывали людей. В широкий, вольный, без паны и панщины, бессарабские степи рвалась горячая фантазия и влекла за собой все, что не покрылось плесенью, что не утратило живой души. В эти дни лихолетия расцвела любовь двух обездоленных, Остапа и Соломии. Но не за Остапа выходила Соломия. Гуляли на свадьбе той холопы панские. Отдавал пан Соломею за гайдука своего, Степана. Гуляли гайдуки панские, и дела им не было, что два сердца, как две птахи в неволе, бились у них на глазах. Но то была воля панская. Ой, дедусь, что делать? Что делать? Бежать тебе надо, внучек. Степан донес на тебя пану, как ты хлопцам рассказывал, просеешь про волю, загубит он тебя. Беги. А как же Соломия? Ведь любим мы, за меня обещала пойти. Знаю, ее вины нет, то воля панская. Эх, пана, я не боюсь. Я людям правду говорил о воле. Надели дикому туру ярмо, и он тянет, тянет. Где же она, правда, дедусь? Мы за правду воевали. Не отсохи у нас мозоли. От сабли острой. Сколько наших полегло, и отец твой, и братья старшие. Один уцелел, дядя твой Панас, бежал он на вольные земли. Беги ты, может, долю свою найдешь. Бежать тебе, внучек, надо. К мельнику, к кривому Якиму проберись. Чорним шляхом йди. Thank you.
Остап, ты? Соломия. Будет, Остап. Что будет? Пусть оно сгорит без огня и дыма. Убегу. За Дунаю иду. Может, хоть там люди с собаками не стали. А я одна. С постылым мужем останусь. Нет, нет. Беги, Остап. Беги, не думай обо мне. Если бы ты знал, как сердит пан. В рекрута, говорит, его отдам. Шкуру спущу. Да не так мне пан страшен. Как зло берет на народ наш. Подставил шею под ярмо, и все равно ему и тянет, и хоть бы что. А я пойду туда, где воля. Где другие люди. Я провожу тебя. Тех устраивать облавы, как на волков и медведей. Шарить всюду, где рожь, где камыши, в стогах, в заростях больших и малых.
За каждую пойманную голову, живую или мертвую, будет выдана награда. За мужика 3 рубля, за бабу рубль с половиной. Будут строго наказаны, будь то мужик, баба или старик. Тюрьму посажен. Соломия. Я. Куда ты и зачем? За Дунай. На сечь с тобой. Только ты ушел. Страшно стало. И муж, и панщина, и жизнь моя горькая. Решила, пропадай все пропадом, уйду, куда глаза глядят. А с тобой? С тобой хоть сердцу легче будет. Потом думаю, будет нас пан ловить. Надела все это на себя. Гляжу, хлопец хлопцем. А что ж я с тобой на сечи делать буду, а? Мы поселимся там, я хозяйничать буду. А пока в дороге я досмотрю за тобой. Постираю, голову вымою. Одному и дорога долга. Ох, забодай тебя, муха, что выдумала, а? Что с тобой, Остап? Если кто увидит твои косы, беда. Что же делать, Остап? Не знаю. Режь. Режь, говорю. А тебе не жалко, Соломия? Нет. Нисколько. Режь, говорю.
Свят, 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 Господи. Эй, ты парень, как тебя звать, Семеном, что ли? Мне все равно. Хоть Семеном. Ну, пора нам идти. Я тоже. Ты, Иванка, ты горошек, сродни мы с... Десятая вода на киселе. Ай да хлопчик у тебя, Остап. С таким не пропадешь. Только сдается мне, что этот хлопчик вчера косы носил, а? А вы откуда знаете? А я, колдун, все знаю. Все ведаю. А если вы колдун, так почему вы из родного дома убежали? Не хочу я, чтобы душа моя обросла мохом, плесенью. Хочу жить человеком, а не скотиной. Оттого ухожу на вольную землю. Вот и мы тоже. Куда же вы надумали? Кривому Якиму. На пруте ветряк держит, слыхал? А, слыхать-то слыхал. А давайте-ка лучше пойдем вместе к деду Овсию. Он народ собирает. А дня через три переправимся. Ну вот, говорю я вам, бывал я уж на том берегу и узнал неволю горше, чем дома. Плохо там, плохо, а от опять иду. А почему? Волю ищу, волю. Ох, скорее бы. Уже недолго. Деда Всей сказал, полночь будет переправа. Потерпите. Верно? Шш, не дай бог, а ты чего завел нас сюда, как барану? Загубишь, а ты, Савка глупый, молчи. Полночь Бог даст, переправимся. Что-то есть. Будто плачет кто-то в камышах. Откуда ему взяться? Должно быть, выпить. Вперед! Сейчас пойдем к переправе. Пошли. Скорее.
болото переходить будем. А я пойду к переправе. Соломия. Не могу. Молчи, Соломия, молчи. Оставь меня. Беги один. Да что ты говоришь? Не могу. Скоро до мельницы доберемся. Оставь. Молчи. Беги один. Спасайся. Молчи. Слышишь? Слышу. Переправы беглые не проходили здесь? Не видал. Ну, делов там было. Повязали многих. Да разбежались кто куда. Второй день вот рыщем. Значит, не видал. Значит, не видал. Вперед.
Здравствуйте, дядя Яким. Я Остап Мандрык, деда Михаила внук. Дедусь мне велел к вам идти. Яким говорит, за кордон переправит. Он и дядю Панаса переправил. Взяли. Он на переправе Андрюшку Огурцова с коня стянул, шею ему совсем свернул. Ну, давай веревку. Веревка. Что, испугались? Я-то больше вашего испугался. Чихат вздумал. Рожи вытрите, а то чистые гумедьянчики. Спасибо. Спасибо вам, дядя Яким. Спасибо, потом. Сейчас, как стемнеет, отведу вас в пещеру. Вот веревки, плот там свяжете, на нем и переправитесь. Эх, и дурни. Дети. Готово? Готово. Туман как кисель. До рассвета нужно перебраться, пока стража спит. Смотрите. Смотрите, что это? На той стороне плавни горят. Везет вам. Не к нам идет, в другую сторону, по ветру. Собирайтесь. Спасибо вам, дядя Яким. Ну-ну, собирайтесь с Богом. А я пойду гляну, нет ли казаков.
проклятый пан с твоими порядками! Бежим, он тебя убьет. Бежим, бежим, Остап. Остап. Ничего. Лёка ли промахнулся? Беги с Богом. Стой. Не могу больше, не могу. Надо. Только убежать с этого места. Все будет хорошо. Все пройдет. Быстрее. Ты здесь, Соломия? Здесь. Здесь я. Вот я. Тебе. Ничего, только дышать трудно, жжет меня. Воды бы. Ты можешь идти? Не знаю, подними меня. Ну вот, пошли. Потерпи немного. Вода. Вода. Ты, наверное, есть хочешь, да? Нет, не хочется, только пить.
надо пойти тебе людей поискать. А то пропадем мы здесь. А ты как же? Ничего, я до воды дотянусь. А ты иди, иди. Ты клячу загнал, а то плавни горят. Ага. Что это с собакой сегодня? Чела, что тебе надо?
Помогите! Давай, Кирлатов, люди дома! Помогите мне! Я в штыл! Что теперь? Люди! Что я в штыл! Помогите! Я в штыл! Помогите! Я что? А в табле что? Помогите! Мы тут вам гады! Помогите! Помогите! Люди! Люди! Милая, помоги мне! Помоги мне! Прошу тебя! Прошу тебя! Куда идем? Куда, милая? Остап! Голубчик мой! Остап! Люди! Остап! Добрые люди, спасите! Муж мой ранен! Добрые! Спасите! Красивый какой! Люди! Добрые люди! Красивый! Не уходите! Люди добрые! Погибаем мы! Муж мой ранен! Не покидайте нас! Возьмите к себе! Я отработаю! Не оставляйте! Возьмите! Возьмите все, что есть! Возьмите! Чангар-вангар! Чангар-вангар. Где я? У добрых людей, Остап. У добрых людей.
были двое, жили были двое. Ой, я не любили, ой, я не любили. Погадаю, лечит, милая, лечит, никого не калечит. От запоя, от зубной боли. Черепло простало. Подыг, подыг. Тропхаба, сыву, тропхаба. Что вы игру играете? Вы железо, а все простало. Человек бьет лошадь, он может убить друга.
зачем его целовала? Я видел. Мой Мануш только лошадей в темноте хорошо видит. Хороший. Беда на чужой Мануш смотреть, сердится. А твой Мануш тоже так? Тебе на чужой Мануш смотреть нельзя? Нельзя, нельзя. Хороший Мануш. Так и надо. Твоя дудка плачет. Домой хочешь, да? Домой, да? Иди посмотри, не идет ли Соломея. Идет, идет, идет. Здравствуй, Остап. Здравствуй, Соломея. Погода хорошая сегодня. Ну, а вы гостинцы дожидаетесь? Принесла, есть, есть. Ты что сегодня есть. Так долго? Винограду в этом году много. Сегодня и ночью пришлось работать. Да вот еще обнову себе купила. На еще. Соломея. Давай пойдем к берегу. На ту сторону хочу посмотреть. Что ты, слаб ты еще? Не бойся. Привыкать мне надо. Належался. Вот уже 3 недели. Больше. Месяц. Измаялся ты, голубчик ты мой. Спасибо старухе. Выходила она тебя. Дай ей Бог здоровья. Пошли. Там в лугах.
хоть бы одним глазом взглянуть. Как там дедусь мой? Жив ли? Вы, братики, приумолкли. Пойте, под родную песню помирать легче. Пойте. Кому приведется, братики, попасть на родную сторону, пусть передаст отцу моему, Михайле Мандрыке, как помер его сын по нас. Скажите, искал по нас своего счастья, да оно где-то стороной ходит. Дядя Панас. Дядя Панас. Это вы, дядя Панас. Остав. Ты. Я, дядя Панас, я. Ты что здесь делаешь? Я пришел сюда. Долю пришел искать. А, нет бедному человеку доли. Стороной она где-то ходит. Не забыл, как твой дед пел. Ой, нема, нема правдоньки на свете. Скрізь неправда панує. А яка душа хоче вільно жити, хай за правду воює. Ой, ненько моя, ненько! Нема, нема, правда, ти на світі.
Лукас, Лукас, Лукас. Лукас. Надо уходить отсюда. Цыгане-конокрады. Что ты? А может быть и хуже. Завтра же купи мне теплую одежду. Погиб Иван. Но нет, живой. Как Игорошка смерть боится. А где же Остап? Как он, жив-здоров? Жив, жив. Вот так так. Гора с горой не сходится. А люди вот так так. Ай! Как будто во сне мне снится, что вижу вас. А тогда я кричу: Остап, Соломия. Кругом шум, стреляют. Вылезем из челнов и вышли на вольную землю. А? И тут воли нет. А мне без вас просто свет не мил. Стоем! Молодица! Стоем! Молодица! 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 Yeah.
А вы знаете, Солони, мне не верится, что вы вместе. Давайте отправимся под тучу. Там, говорят, земли много. Хату поставим, но я с вами буду держаться вас, как слепой плетня, чтобы снова не потерять. Ну и праздник сегодня у меня. Что такое? Что случилось? Где Остап? Забрали Остапа. Папу били. Деда били. Мама плакала. Мама плакала. Земли. Не плачьте, Соломия. Давайте пойдем к Анак. Так и так скажем, был человек и пропал. А? Пойдемте. Пойдемте. Sorununu bileceksin hepsi. İyi. Bugün lazım bitirme onarını. İyi. Çok tutma olmaz. İdiyorum. Unutma. Gel bura. Tez, tez gelin. Gel bura tez. İyi. Ne isteyler onar? Смилуйтесь. Смилуйтесь, он не виноват. Он болел, мы в плавник заблудились, попали к цыганам. Смилуйтесь. Смилуйтесь, пан. Kim bu kız? Kim bu kız? Onlar kaçlar. Kaçlar? Kim onu vurdu? А где твой муж? Заработал пулю, а? Его солдат ранил на переправе, смилуйтесь. Солдат москаль вурду на вакыт качты бурая. Качты бурая? И? Солдат москаль вурду? И? Нерден келди, ура гитсин. Дурмасын, бир минут дурмасын. Анадын? И? Сюда. И не ходи, не проси. Отправим на тот берег, там ему погладят спину. Смилуйтесь, никого он не убивал. Никого не бил, никого не крал, не убивал. Смилуйтесь, пан. Абрабурадан, бен Сталин Гермеона. Смилуйтесь, умоляю вас. Смилуйтесь. Не виноват, не виноват. Смилуйтесь. Пан, смилуйтесь. Не сен стейс, гит бурадан. Ичир, ичир. Аллах. Пан, добрый, смилуйтесь, не виноват, не убивал. Скажите, когда повезут. Смилуйтесь. Если подует северный ветер, снег пойдет, лиман станет, тогда его быстро отвезут. Не плачьте, Соловей, у меня сердце разрывается. Господи, куда идти? Увидеть ее выпустят. Не ела душа чеснока, от нее пахнуть не будет. Увидеть ее выпустят. Зачем мы забрались сюда? Лучше бы погибнуть в камышах. Лучше бы сгнить в неволе на своей земле. Среди своих людей. Не тоскуйте. Завтра утром посоветуемся с добрыми людьми. Вот только где бы вам переночевать? Знаете, пойдемте к Савке. Бакшиш им надо дать. Хабар. Взятку по ихнему куку в руку. А то отвезут раба Божьего назад, а там по головке не погладят. По себе знаю. Вот только деньги где взять? Вот. Я денег добуду. Продам все, что есть, а добуду. Добуду. А ветер здесь переменчив. Вот все, что я скопил. Пусть будет и моя доля. Завтра я в Тульчу ухожу. Чалай,
купите. Где твои? Старый Гица помер. Мама тоже помер. Мой манушка нах сидит. Цепи на руки надену. Далеко-далеко повезу. Давай, милая, погадай. Карты брошу. Расчасти. Душа моя, любит тебя твой Мануш, и ты его любишь. Люби его, душа моя. Счастье ждет тебя большое, дорога длинная. Ничего нельзя сделать. Ветер северный, отвезут его. Но я не хочу брать твои деньги даром. Скажу тебе, повезут его послезавтра утром. Как только начнет светать, приходи на берег, увидишь мужа, вот. Освободите. Безвинный человек погибает, освободите. Прошу вас, освободите. Чтобы освободить, надо столько... Еще столько, и еще столько, а это мало, 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 мало. Потому что любовь – это есть любовь. Соломия, вот я еще немного денег достану. Ничего не надо. Почему? Отвезут Остапа. Когда? Послезавтра. Но вот пришел злодей. Любый враг пришел. Покорил страну. Их разрушил дом. Дал приказ такой. Всех мужчин взять в плен. А всех женщин вон. И разрешил им взять, сколько сил у них, на своих плечах унести с собой, без чего нельзя им на свете жить. А что можно унести на одних плечах? Еду! Сундук с добром! Золото! Как тут не стараться, вам не догадаться. Взвалила мешок, в мешке старичок. Хоть стара она, хоть и хилая, но легка для нее ноша милая. А почему? Потому что любовь – это есть любовь.
мы его отобьем. Кого? Остапа. Когда? Послезавтра. Мы его отобьем. Кто отомит? Вы и я. Как же мы ее отобьем, если его стражники повезут? Мы сделаем так. Вы достанете оружие мне и себе. Мы выйдем на берег утром, отвяжем чужой челн и выплывем на середину реки. Подождем, когда повезут Остапа. И тогда нападем на стражу. А что может быть на свете сильнее любви? Смерть. Без любви страшна, а с любовью нет. Заряжен. Заряжен. Ведут. Господи, прости мне прегрешение мое. Немало воды утекло в Дунае с тех пор, как вернули меня солдаты. И вы туда. Да, деда Стап, туда. И я там был, долю свою искал, правду искал. Дорого заплатил я за свободу, горькую цену дал. Половина меня лежит на дне Дуная,
но всегда она со мной. Делит горе мое, будто было это вчера, будто никогда не расставались. И понял я, нет жизни горше, чем на чужбине. Хоть и тяжело тебе в краю родном, хоть и горько, но здесь, на земле родной, долю свою ищи, правду ищи. И не жди, когда она сама придет к тебе. Всегда помню я, как пел мой дед, а яка душа хоче вільно жити, хай за правду воює.